школу идешь. У тебя очень милый зонтик. Поделишься им со мной? Ну, я опаздываю в школу. Знаешь, что рядом есть стройплощадка? Так вот, там нашли девочку. Она при смерти. Алло, ты меня слышишь? Она была вся в крови, со множеством телесных повреждений, практически в бессознательном состоянии. Тогда кто позвонил в полицию? Девочка самостоятельно набрала номер. Вы мама Совон? Госпожа, пожалуйста, успокойтесь. Компьютерная томография показала многочисленные повреждения брюшной полости. Ей срочно необходима операция. Возможно, придется удалить часть толстой и тонкой кишки.